Главное предложение сегодняшнего дня – ограниченные эфиры и самая лучшая партия бренда «Доктор Кандан». Курс на полгода самого главного нашего приобретения. Корень южнокорейского женьшеня и омега-3 для вашего сердца, сосудов, которые способствуют более мягкому воздействию на сердечно-сосудистую систему. А также, мои дорогие, если у вас понижен иммунитет, вы постоянно болеете, у вас повышен холестерин, болит сердце, вы постоянно находитесь в состоянии стресса, омега-3 с южнокорейским женьшенем поможет вам. Наш курс на полгода стоимостью 999 рублей. И уже через первый месяц вы увидите результат. Чтобы себя уберечь от сердечно-сосудистых катастроф, которые так часто бывают, особенно в январе после праздников, это инсульты, инфаркты, тромбообразование. Поддержите свое сердце. На него идет колоссальная нагрузка всего организма. И я с гордостью могу сказать, бренд «Доктор Кандан» 3 года на нашем телеканале. Он завоевал не только любовь наших телезрителей, но он является топовым брендом номер один именно у нас. У нас с вами лучшая партия на данный момент представлена. У нас с вами целых полгода, это 180 капсул. И, внимание, 3 года срок годности, поэтому успевайте делать свои заказы. Сегодня вместе с нами на связи профессор Сеульского университета, доктор медицинских наук Ли Ван Дже в прямом эфире из Южной Кореи. И, конечно же, я хочу сказать, доктор, спасибо, что вы вместе с нами. Расскажите про этот уникальный продукт. Уважаемые телезрители, я приветствую. И, конечно же, здравствуйте, Елена. Я с радостью представляю вам один из наших лучших препаратов, который я бы порекомендовал принимать всем людям на постоянной основе, особенно тем, кто жалуется на состояние своего иммунитета. Потому что самая главная защита для нашего здоровья от любого заболевания – это, прежде всего, крепкий иммунитет. Так вот, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при повышенном уровне холестерина и лишнем весе, при гипертонии, нарушениях работы кровеносной системы, при проблемах с памятью, расстройстве сна, раздражительности, я рекомендую принимать на постоянной основе омега-3 в сочетании с женьшенем. Корень корейского женьшеня – это источник жизненных сил и иммунитета для тех, кто чувствует сильный упадок сил, для тех, кто перенес различные заболевания, кто очень часто простужается. Плюс омега-3, прежде всего, это усиленная формула для вашего сердца и сосудов, которые способствуют более мягкому воздействию женьшеня на сердечно-сосудистую систему. Это эффективная форма в виде капсул для улучшения усвояемости и защиты всех органов и систем. Это удобная схема приема. Ее хватит надолго, на 6 месяцев рассчитан один курс. И, конечно же, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что прежде всего омега-3 жирные кислоты оказывают огромное влияние на организм человека в целом. Они важны для полноценного кровообращения, для правильной работы головного мозга, для хорошего обмена веществ. Также омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают активность лейкоцитов, улучшают вязкость крови, повышают энергию, стимулируют иммунную систему, укрепляя защитный барьер от вирусов и бактерий. Снижают концентрацию гомоцистеина. Это аминокислота, которая накапливается в организме и приводит к образованию тромбозов. Также, конечно же, именно омега-3 способствует мощному очищению сердечно-сосудистой системы. Это защита от образования тромбозов. Мы улучшаем прохождение кровеносных сосудов. А также наш препарат будет очень полезен людям, страдающим от диабета, потому что в данном случае происходит стабилизация уровня сахара в крови. И одна капсула в день в течение 6 месяцев поддержит иммунитет на должном уровне. Кроме того, суточная норма для полного усвоения организма в одной капсуле – это объединение омега-3 плюс корни красного королевского женьшеня. Итак, мои дорогие, еще раз хочу сказать, если у вас понижен иммунитет, вы постоянно болеете, если у вас повышен холестерин, у вас болит сердце, колит – вы всегда находитесь в состоянии стресса. При заболеваниях центральной нервной системы, суставы, синдроме хронической усталости, при реабилитации после инфаркта, инсульта, переломов, а также профилактике этих состояний, пожалуйста, заблаговременно начните принимать капсулы омега-3 с красным южнокорейским женьшенем. И причем вот, да, история подруги моей мамы, тети Нины, которая пришла к кардиологу, разговаривала, ну, во-первых, да, делала
на диспансеризацию. И кардиолог также сказал, что на постоянной основе вам нужно, помимо того, что там колит сердце, где-то есть какие-то боли, тахикардия бывает, обязательно принимать именно омега-3. Отличная добавка, не вызывает никакого привыкания, абсолютно безопасна. Также здесь входит в источник витамина D, который способствует именно профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важно сейчас начать принимать. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, на ежедневной основе, посмотрите, у нас будет завальцована вот так вот баночка, вы вскроете ее, да, я здесь уже сделала надрез, и вот там у нас будут капсулы. Капсулы железные, желейные, очень удобные, да, здесь 180 капсул. Обратите, пожалуйста, внимание, они хорошо пьются и достаточно быстро. А самое главное, что срок годности у нас здесь представлен ровно 24 месяца, поэтому успевайте. Леванже, доктор, скажите, пожалуйста, почему именно омега-3 так важна для нашего организма? Да, абсолютно с вами согласен. Действительно, омега-3 – это крайне важный элемент для нашего организма, для его здоровья. Омега-3 – это жирные кислоты, которые играют важнейшую роль в здоровье организма в целом. Они помогают снизить уровень холестерина, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, повышают иммунитет, улучшают функции мозга и снижают воспалительные процессы в организме. Поэтому рекомендуется употреблять продукты, содержащие омега-3, такие как рыба, лосось, сардины, тунец, орехи, семена, а также принимать специальные препараты, содержащие данное вещество для полного восполнения необходимой дозы полиненасыщенных жирных кислот, в том числе экозапентаеновый и дозокапентаеновый кислот, лютеина и витамина Е. Омега-3 – это природный компонент, который помогает рыбам выживать, дают силы и энергии. Представьте лосося, который плывет против течения, эту выносливость и силу и дает омега. Это природный источник, который поможет и вам, укрепит сердце и сосуды, а также укрепляет костный каркас и питает костную систему. Кроме того, у него нет никаких противопоказаний, и его можно совмещать с любыми лекарствами. Доктор, благодарю вас. Установлено, что рыбий жир препятствует развитию остеопороза. Самое главное, что вы будете здоровы всегда. Поддерживайте свой организм. Сегодня полугодовой курс, 180 капсул. Это полгода применения. Цена сегодняшнего дня 999 рублей. Ни в коем случае не болейте, а если болеете, выздоравливайте и поддерживайте иммунитет, здоровье полностью всего организма.